9 мая – это такой праздник, когда у всего народа гордость. Гордость за то, что было сделано нашими предками. Лично для меня 9 мая – это повод вспомнить, что было, что сделано, и попытаться сделать самим мир чуточку лучше, внести что-то. Святой праздник. Мы обязаны всему этому дню, всем, своей жизнью, всем обязаны. Самый святой, самый светлый праздник. Гордиться надо этим, что защищали Родину, как бы дедушки, бабушки, как говорится, им надо сказать спасибо большое за то, что они это сделали, что наша Родина стала, как говорится, Россия на России. День Победы – это самый дорогой праздник. Вот то, что кто воевал, тот знает, что такое война и что такое победа.